Привет, друзья, с вами снова Марк Рыбак и видеоблог «Смена». И вот, как обещал, у меня в руках фотоаппарат Nikon D5100. То есть сегодня я вам расскажу свои впечатления от того, что я на него пару дней снимал. То есть спасибо моему подписчику Владимиру Аверьянову, что он дал мне такую возможность. Спасибо ему за доверие и вот за камеру, да, собственно. У меня была возможность поработать с ней и какое-то свое мнение озвучить. То есть я, помнится, советовал вам эту камеру как фотоаппарат для начинающих. И после пары дней съемок я абсолютно убедился в том, что эта камера более чем подходит. Сейчас мы немножко еще сделаем снимков, и в итоге я вам покажу еще то, что я снимал до этого, и обсудим, чем же эта камера хороша, что в ней есть, чего в ней нет и чего в ней должно или не должно быть. Вот объективчики, которые мне дали вместе с камерой потрогать, интересное на меня произвели впечатление. Вот 18-105, это один из вариантов кит-комплекта. Про него ничего сказать не могу, такого сильно хорошего. Но объектив, ну, нормальный объектив. На длинном конце, на 105, у него и неплохое боке, и можно снимать портрет. Но он, я бы сказал, обыкновенный. И еще два объектива. Объектив Tamron 28-75, по-моему, если я не ошибаюсь. В общем, очень забавный объектив. Дает очень классную картинку, очень красивое боке, но такой бесячий он, этот объектив, в эксплуатации. Еще один объектив, объектив весьма и весьма интересный. Это специальный объектив для камер с кроп-фактором для Nikon. 35 мм 1.8. Чем интересен? Тем, что 35 мм на узкой матрице становится полтинником, да? У меня есть некоторая беда, я не люблю полтинники, но мне было очень интересно поснимать на этот объектив, и я вам расскажу, что я об этом думаю. Вот, друзья, мы начали снимать на эту камеру. Я поставил объектив, довольно стандартный объектив, который идет в одном из вариантов кит-комплекта, да, 18-105. У меня есть девушка прекрасная, ее зовут Людмила. И вот я начну, как всегда, с портрета, ну, потому что, сами знаете, я неровно дышу к этому жанру. Можно сказать, я, кроме портретов, осознанно мало чего снимаю. Ага, хорошо. Окей. Достаточно крупно, то есть я снимаю на длинном конце, на 105, и вот есть у меня ощущение, да, есть у меня ощущение, что тут, ну, в принципе, даже бокешечка неплохая, то есть для портрета можно этот объектив и использовать. То есть объектив вообще полезный для начала, потому что он универсальный, у него есть и широкий угол, и 105 это достаточно узкий угол. То есть, если говорить про 18-55, то 55 это, ну, такой стрёмненький портретник, а 105 уже лучше. Вот, мы пришли к замечательной надписи «Я люблю Иркутск», чтобы вы не забывали, что я живу в Сибири. Сейчас, по крайней мере, живу в Сибири. А по этому поводу я сделаю чуть пошире угол, то есть сейчас 35. Мила, а ногу? Вот, а любую поставь он вот на эту штуку, нет, ту предыдущую, да. Не, плохо, верни обратно. Что? Нет, обратно верни, их так хуже стало, да. Оставь, да, лучше так, лучше пряменько. Ага. Смотри туда, 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 туда взгляд. Сейчас люди ходят. Вот, сейчас проведем следственный эксперимент. Я прямо поменяю объектив и попробую на 35 фикс. И мы потом сравним с вами, что получилось. Надо дырдочку приоткрыть. О, все, я совсем готов. Слушай, такое ощущение, как будто здесь угол шире получился. Странно. Ага. Чуть-чуть подойду ближе. Частоту эксперимента мы уже как бы выполнили, но ближе подхожу для того, чтобы боке лучше размывалось. Вообще промахов по
По резкости я не вижу, то есть все хорошо в этом смысле. Вот, по поводу эргономики. Камера вполне, я считаю, удобная, да? Отдельный момент, поворотный экранчик, штука мега классная. Вот. Кроме этого, конечно, мне пришлось привыкать, потому что это Nikon. Но в целом я довольно быстро разобрался. Да, 4000-я выдержка у нас максимальная. Это, конечно, обидно, хоть хочется 8000, но у камер такого класса всегда так, да? Вот у нас менюшечка, в которой все близко под рукой. То есть здесь есть практически все настройки. Настройка автофокуса, настройка ISO, настройка режима работы затвора, настройка нашего экспонометра, режим работы экспонометра, да? Вот есть большое меню, куда при съемке-то вот так сильно лазить не приходится, потому что все быстро и близко. Единственный момент, я, ну, нету специальной кнопки, которая регулирует ISO, и она стоит вот на эту кнопку, и она довольно странная здесь. Ну, по крайней мере, мне, как канонисту, неудобно. Но ничего страшного, видите, довольно быстро регулируется. Вот кнопочки у нас инфо, кнопочка записи видео, кнопочка коррекции экспозиции. В M-режиме это с помощью этой кнопки у нас регулируется диафрагма. По умолчанию выдержка колесом регулируется с помощью этой кнопки диафрагма. Колесо одно, к сожалению, но у камер этого класса всегда так. Джойстик тоже удобный, на джойстике стоит управление точкой фокусировки. В принципе, при съемке удобно выбирать. Да, поэтому, по моему сугубо личному мнению, все здесь вполне приятно. То есть я достаточно быстро привык, походил где-то час и привык ко всему управлению, даже учитывая, что я канонист по жизни. Вот, решили немножко пройтись и поснимать народ. Это очень людное место нашего города. И здесь вроде бы особо не будут на нас обижаться. Тем более, ну, 105 фокусное расстояние на кропе позволяет немножко побаловаться. Можно вас сфотографировать? Вот, видите, можно. Ага, спасибо. Окей. Я выгляжу сейчас в данный момент как какой-нибудь турист, поэтому на меня сильно не обижаются. А вон, по-моему, идет мой студент. Да, идет мой студент, что самое интересное. Паша, стой! Стой, Паша! Мой студент врет, что он спешил, он просто стесняется. Или, может, кто-то думает, что мы с телевидения. Так даже лучше, пусть думают, что мы с телевидения. Да, если кто-нибудь спросит, так и ответим, что мы с телевидения. Вообще можно, если кто-нибудь спросит, то мы скажем, что мы с телевидения и снимаем сюжет про то, как люди реагируют на то, что их фотографируют на улице. Понимаете, вот можно придумать всякие такие прикольные штуки по ходу пьесы. Вот, какие вы... Вот какой дяденька. Спасибо. Еще хочу сказать, что мне удалось на этот фотоаппарат поснимать спектакль в театре на такой экспериментальной сцене. То есть это сцена в подвале. И там, ну так, мягко говоря, нуарно. То есть там очень немного света. И камера вела себя очень хорошо. Мне пришлось работать на высоких ISO практически весь спектакль. То есть это были ISO 500, там 640, 1000 и 1600 даже. Да, местами картинка шумит, но в целом я считаю, что это приемлемо. И вообще фотоаппарат себя вел хорошо. То есть в условиях такого плохого освещения автофокус здорово находит резкость. Вот, так что я был доволен. Снимал я на Tamron вот этот 2.8. И мне понравилось, как ведет себя фотоаппарат. Вот, друзья, какие мои впечатления по поводу съемки на эту камеру. То есть мое ощущение того, что этот фотоаппарат здорово подходит для начального уровня, оно
укоренилось. В нем есть все те функции, которые нужны, и отсутствует все вот это современная мишура, все вот это мажорство, там, тачскрин, какой-то Wi-Fi, да, то есть какие-то такие штуки, которые в современных камерах вот сейчас уже, ну, стали мейнстримом, да. Но для того, чтобы начать снимать, для того, чтобы начать учиться, я считаю, что это все далеко и далеко не обязательно. А здесь есть все то, что нужно, то есть есть все режимы, есть нормальный, в общем-то, хороший автофокус. Единственное, что мне, мое личное замечание, точечка, которая в видоискателе подсвечивает автофокус, она очень какая-то масенькая, незаметная, плохо видно, куда наводится резкость. Но это можно уже сказать, что я как-то докапываюсь, да. Точек автофокусировки 11 штук, сейчас в современных камерах их очень много, здесь не так, то есть это вот то, что как у меня в пятерке, грубо говоря, потому что камера достаточно старенькая. 16 мегапикселей у нее, это вполне достаточно. А на высоких ISO камера тоже показывает себя хорошо. Я снимал на 1000, снимал на 1600. Я очень доволен результатом. Вот. Поэтому, если хотите начать, супер вариант. Опять же, нету там матричной стабилизации, да? Но матричная стабилизация — это из современных очень гламурных вот этих вот нововведений, да, которые, конечно, хороши, то есть матричная стабилизация — это круто, я не говорю, что это, ну, это супер, но если ее нет, как бы и без этого можно обойтись, то есть без нее можно снимать запросто. Я вот 18 лет снимаю без матричной стабилизации и как-то жив-здоров. По поводу записи видео, тоже пытались записать видео, в принципе, получилось неплохо, и тестировали на видео систему следящего фокуса. Следящий фокус, конечно, у этой камеры работает, ну, пытается, она старается, но он не может работать очень хорошо и быстро по одной простой причине. Потому что у зеркалок, фазовый автофокус работает только с включенным зеркалом. А когда у нас включен режим Live View, то у нас работает только контрастный автофокус, он не может быть очень быстрый. А в беззеркалках уже есть датчики прямо на матрице, и там фазовый автофокус работает в варианте следящего фокуса. Поэтому тут нечего обижаться, тем не менее, фотоаппарат старается, и время от времени там, конечно, проскакивало. То есть то он находит у моего лицо, то он его теряет. Поэтому, в принципе, для съемки видео тоже камера замечательная, для блогинга хорошая, никаких тоже наворотов, то есть 1920 на 1080, 30 FPS. Больше эта камера не умеет, но больше, в общем-то, за такие деньги от нее и не требуется. Поэтому, если вам нужны какие-то сложные заморочки по поводу съемки видео, то это, конечно, без зеркалки уже. Камера достаточно старенькая, 2011 года, поэтому давно снята с производства, естественно, новую ее купить не представляется возможным. То есть этот обзор для тех, кто хочет камеру для начинающих, хочет купить ее с рук. То есть с рук такой фотоаппарат будет стоить в районе 15 тысяч с обычным вот этим объективом типа 18-55. Если объектив будет какой-то посложнее, возможно, цена будет дороже. В общем, очень удобный. Очень качественный. То, что я вчера поснимал, вот видите мои снимки, они вполне... то есть, если вот так не знать, что я снимал это на другую камеру, а не на свою, на которую я обычно снимаю, то есть обычный зритель разницы-то и не увидит. А этот фотоаппарат гораздо дешевле, у него кроп-фактор и оптика гораздо более слабенькая, да? Но когда руки на месте, то можно работать вполне нормально. Так что берите и радуйтесь. Вот. С вами был Марк Рыбак. Переходите по ссылкам, там есть все мои контакты. Если вы хотите заказать у меня консультацию по поводу выбора техники, консультацию по вашим снимкам, заказать у меня съемку или поехать в фототур в Израиль или на Байкал. С вами был Марк Рыбак, видеоблог «Смена». Подписывайтесь на канал. До свидания.